задание, да. О, это да, хорошо. Я ни в коем случае не заглядываю сюда. Да, это легко, да. Ну, я как перевозчик, да? Я, все да, понял. Да, Вартан Стетхам, я понял? Все, я поехал. Первое задание, первое, я тебя сейчас везу. Это дело нам с тобой. А, интересно, что там? Только ни в коем случае не открывай. Все, все, хорошо, не смотрю. Все, я не смотрю. Я... Алло, Марьяна, я знаешь, что делаю? Я задание делаю, понял? Задание. Нет, не детям в школу задание. Это мое задание, музыка задание дала. О, подожди, ну как? Это меня мусора остановили. Давай иди! Здравия желаю, сержант Харитонов. Почему по телефону за рулем разговаривал? Харитонов, это жена звонила мне. Как я могу жене не ответить? Да, да, я понимаю. Что везем? Что в коробке? Не знаю. Ну как не знаю? Твоя же коробка, ты везешь. Нет, это не моя коробка. Так, это... я понял, понял. Выносим коробку, выходим из машины. Пидарас. Харитонов, вот ты интересный, а! Я без прав катаюсь, ты до коробки доебал! Что в коробке? Давай, открывай ее! Это нельзя, это задание, это мне отвезти нужно! Какое задание? Давай, открывай! В таких коробочках обычно возят кокаин! А какой кокаин? Ты головой думаешь вообще? Это задание! Я тебе что сказал? Давай, все, открывай! Все, дай сюда, я сам открою! Но, Харитонов, ты, может быть, мне жизнь сломаешь, знаешь? Давай, открывай! О, пожалуйста! Номер телефона и позвони. Ну позвони по нему. Это Харитонов, ты умный. Алло, это кто? Короче, я поняла. Тебе ничего доверять нельзя. Музыка, это не я открыл. Это мусора открыл.